хороший получился матч, боевой. Встретились команды с хорошей атакой. Болельщикам, я думаю, понравилось. Много обилия, забитых голов, опасных атак. Смотреть такой хоккей интересно. А играть в него, в принципе, тоже. Ну, молодчики сегодня, все команды как один постарались. Добились результата, молодец, молодцы. В первом периоде «Металлург» пропустил одну шайбу, но, как показалось, у «Устинки» особо и опасных моментов-то не было в первом периоде. Преимущество было на нашей стороне. Ну да, согласен. Первый период прошел под нашу диктовку. Ну, того следовало ожидать. Поддержка, домашний лед. Первая игра в такой мини-серии. Все хотели победить, заряженные вышли на этот матч. Ну да, первый период, владели инициативой. Получается, завтра еще один матч. Вот эта вот вся история, когда играешь два матча за два дня. Насколько легко, сложно, какие ощущения? Ну, легко. В жизни ничего не бывает, ничего не достается легко. Так что, нормально. Как бы привыкнуть к этому надо. Это непривычно, не было такого до этого в высшей лиге. Ну, давно очень было. Так что будем подготовку как-то варьировать к этим двум матчам, ко второму матчу. Я думаю, все, хорошо будет. Первый, второй периоды прошли результативно. В третьем периоде была одна заброшенная шайба, и то на исходе основного времени. Что там можно сказать? «Металлург» играл по счету? Это установка тренерская была, что больше внимания уделить обороне. Как бы я считаю, что это правильно. Так что выполнили, значит. И так договариваемся в раздевалке, говорим, что первая оборона, потом уже атака. Как оцените свою личную игру? Это неблагодарное, неблагородное дело оценивать. Есть специалисты, много их, так что пусть это они оценивают.